Мы ожидаем, что следующий учебный год ознаменуется тем, что государственная итоговая аттестация в стандартизированной форме на уровне Российской Федерации уже будет в штатном режиме, так же, как и единый государственный экзамен в 11 классах. Ученики сдавали два экзамена – математику и русский язык. А следует отметить, что были соблюдены все требования по проведению государственной итоговой аттестации. Было 36 пунктов. В каждом пункте соблюдали все требования, которые необходимы по всем нормативным документам. Впервые хотелось бы отметить наличие общественных наблюдателей. Было 96. В 36 пунктах, там, где дети сдавали экзамены, и замечаний нет. Лучше по русскому языку, ниже минимального порога, значит, у нас 33 человека, это 1,3%. Ну, по математике значительно хуже были результаты первые. 210 человек, 8%.